сказали неформально, мы так и приехали. Уважаемый Дмитрий Анатольевич, очень рад приветствовать вас в Ереване, в Армении, у себя в доме. Это ваш первый визит после прошлогодних известных событий в Армении, и это, по-моему, придает особое значение этому визиту. И в Армении принято самых дорогих гостей принимать дома, и я очень рад, что имею такую возможность. Конечно, в течение последнего года, я думаю, что наши отношения развивались планомерно. Конечно, это не значит, что не было вопросов. Я думаю, что сейчас в наших отношениях очень важный момент, и я уверен, что вопреки пессимистам нам удастся наши отношения поднять на новый уровень. Не то, что вопреки пессимистов, я думаю, что нам надо просто пессимистов превратить в оптимистов. И мы, конечно же, все сделаем для этого. Армения сейчас является председательствующей страной Евразийском экономическом союзе. Для нас очень важны наши отношения в Евразийском экономическом союзе и очень важны наше участие в организации. Мы, конечно же, все сделаем, чтобы сделать и Евразийский экономический союз, и наше членство в Евразийском экономическом союзе более эффективным и, в общем, организацию сделать более привлекательным. Еще раз приветствую вас, очень рад вашему визиту, и я уверен, что у нас будет очень конструктивная и плодотворная работа, и у нас есть что обсуждать. И спасибо за визит. Уважаемый Николай Иванович, во-первых, спасибо за приглашение, тем более в такое прекрасное время. Сейчас в Ереване идеальная погода, да. Такая весенняя, не жарко, очень хорошо. А во-вторых, есть действительно хороший повод для того, чтобы встретиться. Это заседание глав правительств Евразийского союза. Мы регулярно проводим эти мероприятия, на них обсуждаются самые разные вопросы, в том числе весьма сложные. Сейчас Армения является председательствующей стороной в Евразийском союзе. И, конечно, для нас важно, чтобы мы продвинулись вперед в решении целого ряда вопросов евразийской повестки. Но это, с другой стороны, хорошая возможность обсудить и наши двусторонние отношения. Мы с вами неоднократно встречались, обсуждали текущее состояние дел. И в начале года тоже встречались, обсуждали, когда мы приезжали в Москву в качестве страны председателя, как премьер-министр, для того, чтобы открыть вот председательство, обсуждали нашу двустороннюю повестку дня. И сейчас мы пройдемся по основным позициям, тем более коллеги ряд вопросов для нас подготовили. Спасибо большое за то, что пригласили неформально нас пообщаться к себе. Это всегда, так сказать, дорогого стоит. Возможность лучше узнать друг друга и в неформальной обстановке поговорить о самых разных аспектах нашего двустороннего взаимодействия. Вот, выражаю надежду на то, что ваше председательство в Евразийском союзе будет абсолютно успешным, ну а наши переговоры, как и переговоры наших коллег, принесут пользу развитию двустороннего сотрудничества между нашими странами. Тем более, что наши страны – это страны-союзники, у которых особая история отношений и, надеюсь, очень хорошее будущее. Большое спасибо еще раз за приглашение.